вначале нежный, ласковый. Это до свадьбы ты у него птичка, рыбка. А потом животные становятся крупнее. Он у меня, Семен Семенович, сосед по даче. Ой, ну такой хитрый, я не могу. Он в маршрутке всегда впереди сидит, чтобы быстрее доехать. Я его спрашиваю: Семен Семенович, как ваша жена? Он говорит: по сравнению с кем? Я говорю: ну вы со своей женой счастливы? Он говорит: а куда деваться? Я отдал ей руку и сердце, а тебе оставил кое-что на мелкие расходы.